Сейчас время православного поста, которое предполагает воздержание от продуктов животного происхождения. Но существует множество других продуктов, способных не только заменить, но разнообразить и дополнить стол в это непростое время. Магазины «Вишки», «Корешки» и «Абисорганик» могут предложить большой ассортимент таких продуктов. Это различные виды растительных масел, семян, муки. В большом ассортименте присутствуют здесь витаминные чаи и взвары производственной компании «Абис». Также стоит обратить внимание на продукцию из ненаркотической конопли. В этой продукции, благодаря особой очистке, повышено содержание белка. Особое место занимают протеины конопли, в котором содержится 50% белка. Также мы можем предложить гранолы. Это полностью готовый к употреблению продукт, состоящий из запеченных овсяных и гречневых хлопьев с различными семенами, орехами, фруктами, ягодами. Вся эта продукция поможет вам пополнить рацион необходимыми витаминами и микроэлементами. И, значит, поддержать организм в этот важный период. Приобрести всю эту разнообразную полезную продукцию можно в магазинах «Вишки и корешки» и на сайте «Абисорганик». Приходите в наши магазины, приобретайте весь этот товар на сайте и подписывайтесь на нас в соцсетях. Будьте здоровы!